Высокопоставленный визит, неспортивная награда и цена компромисса. Эпидемиологи продолжают проверять самоизолированных. Что важнее, свобода или здоровье? Это большие итоги и самые яркие информационные акценты недели о тех, кто видел все своими глазами. Я Максим Кембель. Мы начинаем. Опасные долгострои, мониторинг цен и карточка с поздравлениями. Белпочта в честь 23 февраля окажет бесплатную услугу. Какие условия? Официальный визит. Бобруйск с рабочей поездкой посетил премьер-министр Беларуси. Если проспать этот момент, потом можно просто остаться со своим товаром, который за пределы республики никуда не уедет. На что обратил внимание Роман Головченко. Цена здоровья. Эпидемиологи продолжают проверять тех, кто обязан находиться в самоизоляции. Здравствуйте. Центр гигиены и эпидемиологии и милиция проверяем самоизоляцию. Что грозит нарушителям? Новый герой и все та же награда. Город пополнил копилку очередным орденом матери. Спасибо вам большое, что президент так ценит многодетных матерей. Как успевать и дома, и на работе. Два дня до 23 февраля. Беларусь всегда будет верна памяти Великой Победы. Бобруйск уже начал поздравлять самых надежных и мужественных. Как? Нападение на колледж, разъяренные поклонники и прощай легенда. На неделю ушел из жизни народный артист Андрей Мягков. Какими ролями запомнился актер? Бобруйск на неделе с рабочим визитом посетил премьер-министр Беларуси. Первый в списке главы правительства Бобруйск Агромаш. Здесь Роман Головченко ознакомился с производственным потенциалом предприятия, посетил цеха и выставку сельхозтехники. Следующей по программе стала типография имени Непогодина. О главных акцентах рабочей повестки далее. 9:30 утра. У проходной Бобруйск Агромаша высокопоставленные гости. И это не случайно. Посещение агрохолдинга в рабочем графике премьер-министра Беларуси Романа Головченко. От слов приветствий сразу к цифрам. В роли докладчика генеральный директор Надежда Лазаревич. Главу правительства интересует буквально все, от прибыли до номенклатуры выпускаемой продукции. Ведь еще 5-6 лет назад предприятие балансировало на грани банкротства. В трудные времена государство подставило плечо. И уже сегодня Бобруйск Агромаш – флагман отечественного машиностроения. Цифры как неоспоримый факт. В шорт-листе 50 стран-партнеров. Прирост зарплаты за два года на 153%. На 143% вырос экспорт, с 300 до 22% снизились складские запасы. Спланированный план производства уже на ближайшие, твердые заказы на ближайшие полгода уже есть. Мы понимаем, что нам необходимо делать и производить. Бобруйск Агромаш – это холдинг. В его структуре 6 предприятий. И входили в состав они раньше, скажем прямо, не с лучшими показателями. Были задолженности, низкие зарплаты, не самая впечатляющая рентабельность. Сейчас, отмечает Надежда Лазаревич, дела уверенно идут в гору. Даже Брест электромеханический, тот, который вошел ко мне в июле, вышел уже на чистую прибыль и приросли в 200% объем производства. Мы за 3 месяца отгрузили все долги, которые 2 года они не могли отгрузить по СИЭЛ. На достигнутом агромашевцы не останавливаются. По словам гендиректора, чтобы на сельскохозяйственную технику был спрос, необходимо шагать в ногу со временем. Мы прорабатываем модернизацию завода в размере 20 миллионов белорусских рублей. Срок завершения данного проекта 2025 год. Благодаря программе развития машиностроения закуплено оборудование на сумму 5 миллионов долларов США, установлено на территории завода и будет выполнять свою функциональную уже нагрузку с 2021 года. А долгов у предприятия нет, ни просроченных ни по банкам, ни по бюджетным займам. Мы работаем с рентабельностью, мы работаем с прибылью, и мы выполняем все показатели, доведенные областью и городом. От цифр и статистики в самую гущу событий. Уже в цехах Роману Головченко показывают, как создается бренд с бобруйской пропиской. Механико-сборочные, покрасочные цеха. Здесь пример интересуется всеми этапами производства. Большой интерес вызывает уже готовая продукция. Ведь техника под маркой «Бобруйск Агромаша» может удовлетворить даже самого изысканного покупателя. Пресс-подборщики, сеялки, кормоуборочные аппараты, тракторные прицепы. Одна из самых популярных – машина для несения твердых органических удобрений. МТУ-18 можно использовать и для перевозки сельскохозяйственной продукции. Грузоподъемность 18 тонн, вместимость кузова от 15 до 25 метров кубических.
Премьер-министр отмечает, для того, чтобы изыскать резервы для дальнейшего развития, необходимо продумать создание госкорпорации. Вопрос обсуждался и на Всебелорусском народном собрании. Это заложено и в программе правительства, и в программе социально-экономического развития страны. Результаты неплохие по предприятию. Благодаря оказанной господдержке оно вышло из сложной ситуации, в которую попало 5-6 лет назад. Выручка по сравнению с 2018 годом фактически утроилась, если тогда с 3,5 до фактически 10 миллиардов. Это само по себе показатель. В принципе, все экономические показатели по предприятию выросли. И как сегодня на участники совещания фактически все пришли к консолидированному мнению, что именно господдержка, которая была оказана, позволила достичь таких результатов. Не только в экономических характеристиках, но и, собственно говоря, в расширении ассортимента производимой продукции. И дало возможность потихоньку проводить техническое перевооружение, которое расшивать самые узкие места. Не отпускают Романа Головченко и без записи книги почетных гостей. На память о поездке на сельхозпредприятие гендиректор преподносит главе правительства сувенир – мини-технику. Большой подарок вам. Машина 3D – это наш кормилица. Самая высокорентабельная машина погрузка грамотно. Которую разбрасыватель? Которую разбрасыватель, да. Следующая локация в маршруте премьер-министра становится типография имени Непогодина. Здесь печатают книги, журналы, газеты и бланки, а еще делают упаковку. Оценить масштаб работы несложно. Например, зефир красного пищевика попадает к покупателю в обертке, созданной в этой типографии. Сырки, сгущенка, молоко, кефир. В плену у бобруйских мастеров практически вся пищевая промышленность. Сюда же добавляем марки-талончики. И все же, это успехи вчерашних дней. Сегодня в приоритете переход на электронный формат. И даже в цифровой. Как ни крути, бумажный вариант документов уже прошлое. И здесь предприятие сыграло на опережение. Не спеша и грамотно переключилось на выпуск современных видов продукции. Для любого предприятия важно шевелиться и подстраиваться вовремя под те тенденции, которые складываются в окружающем мире. Вообще важный момент, вот сегодня много об этом говорили, это переход на выпуск специальных кодов для маркировки товаров. Мы знаем, что целый ряд продукции в Евразийском экономическом союзе подлежит маркировке. В частности, это касается молочной продукции, одного из наших основных статей экспортных. И, по-моему, с 1 мая не маркированная продукция не сможет поступать на рынки стран членов ЕС, в частности, и в Российскую Федерацию. Поэтому, чтобы экспорт не остановился, важно упреждающие шаги предпринять. Это сложная технология, как сегодня директор рассказал, но, тем не менее, мы вовремя фактически разворачиваем производство кодов для того, чтобы оснащать предприятия и производителей. Это тоже очень важно, потому что если проспать этот момент, потом можно просто остаться со своим товаром, который за пределы республики никуда не уедет. Бобруйск Агромаш, типография имени Непогодина. По профилю разные, но оба заточены на экономические успехи. Ничего удивительного в преследовании именно финансовой составляющей. Ведь главный показатель высокого уровня жизни, как ни крути, реальные доходы людей. Здесь много факторов. Один из них – высокий показатель работы промышленного сектора. В первую очередь это касается машиностроительного холдинга, который входит в список градообразующих предприятий всей области. Здесь же Белшин и мясокомбинат – всего 6 представителей Бобруйска. Именно от их работы зависит и состояние, благосостояние их семьи. Если мы, в частности, говорим о наших градообразующих предприятиях, взять уже Белшин, на которой работает 8 тысяч человек, вроде бы, но если в объеме города посмотреть и умножить на количество проживающих в той семье, где работает даже один человек, то это, наверное, умножить на 4. Это 32 тысячи населения только тех людей, которые зависят от зарплаты того либо иного предприятия. Поэтому важно сегодня, чтобы мы не останавливались на достигнутом. Важно сегодня идти в ногу со временем. И сегодня, когда мы посещали эти все наши предприятия, такой был важный посыл сделан. Да, было сложно, да, было тяжело, но мы сохранили производство, сохранили людей. Сейчас нужно уже идти вперед. Надо развиваться, модернизироваться для того, чтобы еще больше нарастить новые рынки сбыта, найти даже новые рынки сбыта. И тем самым, конечно, мы понимаем, от этого будет зависеть благосостояние именно в том числе и города, ну и в отдельно взятой семьи. Высокое качество жизни – приоритет белорусского государства. И все-таки творцы любых успехов – сами люди. Максим Кемель, Андрей Богдан. Итоги недели.
Жировка за январь, цены на лекарства и больше рабочих специальностей. Белорусские вузы уменьшат прием на экономические и юридические факультеты. На что сделают акцент? Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. В министерстве ЖКХ рассказали об изменении платы за жилищно-коммунальные услуги в январе в связи с похолоданием. В ведомстве заявили, прибавка за отопление из-за низкой температуры воздуха может зависеть от ряда факторов, в том числе от площади квартиры, месторасположения дома, его энергоэффективности, региона проживания. В министерстве уточнили, при возникновении вопросов по начислению платы за январь этого года нужно обращаться в расчетно-справочный центр по месту жительства. Профсоюзы и сенаторы продолжают мониторинг цен на лекарства. Напомним, Минздрав рекомендовал снивелировать повышение НДС на 10% снижением торговых надбавок. Мониторинг показывает, белорусские лекарства дешевле, чем иностранные аналоги, при этом ничем не уступают по качеству. Все препараты остаются доступными для потребителей. На контроле также стоимость продуктов на полках магазинов. Белорусские вузы уменьшат прием на экономические и юридические специальности. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко. По его словам, сейчас идет работа над конкретными цифрами с каждым учебным заведением. До 1 апреля планы должны быть обнародованы на сайтах учреждений образования. Ожидается, что в среднем они уменьшатся на 6%. Комитет государственного контроля продолжает проверку долгостроев. Ведомство проводит в феврале горячие линии во всех областях страны. Жители регионов сообщают о недостроенных объектах и их состоянии, в том числе с точки зрения безопасности. Комитет, в свою очередь, анализирует меры для сокращения числа таких построек. Белпочта в честь 23 февраля окажет бесплатную услугу. Таким образом, День защитников Отечества все желающие могут купить почтовые карточки, а работники компании бесплатно доставят их в любую точку страны. С полным списком отделений можно ознакомиться на сайте Белпочты. На предприятии уточнили, эта акция только для физлиц. В стране планируют издать словарь языка Якуба Колоса. Масштабная исследовательская работа сейчас ведется в Национальной академии наук. По словам специалистов, она будет иметь большое значение для развития не только белорусской, но и славянской лексикографии. По итогам научных изысканий письменное богатство писателя будет представлено в 5 томах. Оставайтесь дома. В Бобруйске продолжаются рейды по самоизолированным. Речь идет о контактах первого уровня и тех, кто заразился коронавирусом. Всем им предписано не покидать свое жилище и соблюдать карантинные меры. В противном случае штраф. Сумма весомая. Как это работает на деле и как расставляют приоритеты горожане? Давайте посмотрим. Эпидемиологи и сотрудники УВД продолжают рейды по самоизолированным. На этот раз в списке 5-й микрорайон. Всего 40 адресов. Шинная и проспект Строителей. В квартирах коронавирусные больные и контакты первого уровня. Здравствуйте. Центр гигиены и эпидемиологии и милиция проверяем самоизоляцию. Валентина Ивановна, вы дома? Скажите, контакты первого уровня с вами есть еще дома? Все дома находят. Хорошо. По какое число вы самоизоляция знаете? По 22-е. Хорошо, спасибо большое. Выздоравливайте. До свидания. Контактам первого уровня, напомним, относятся те, кто имел тесное общение с инфицированными за 4 дня до проявления симптомов COVID-19 у последних и в течение 10 после. Сам же термин «тесный контакт» подразумевает взаимодействие людей друг с другом в течение 15 минут на расстоянии менее 1 метра без использования маски. В таком случае заболевший и контакт подлежат обязательной самоизоляции, срок 10 дней. Люди имеют право посещать ближайший магазин, ближайшую аптеку, выносить мусор, выгуливать собаку 500 метров вокруг дома. Все необходимо делать в маске и в перчатках. При нарушении правил самоизоляции предусмотрен штраф до 50 базовых величин. А это 1450 рублей, а также неполная оплата больничного листа. Могут наложить и административный арест, ведь речь идет о безопасности окружающих. Как показывает практика, нарушители есть, но это скорее исключение, нежели правило. Проверяем режим соблюдения. Все вы дома? Кто у вас дома? Я и двое детей. Двое детей, их фамилии. И Валерия. Врачи предупреждают, 85% носителей коронавируса переносят болезнь в легкой и средней форме. Симптомы могут и вовсе отсутствовать. Ни температуры, ни кашля, ни потери обоняния. Но если стало плохо, обязательно звонить по номеру 103. Вчера было 2 человека. Вот мы приезжаем. А состояние, наверное, ухудшилось, скажем так, и людей госпитализировали. Мы уточняем эти сведения и звоним, допустим. Или вот сегодня мы приедем, кого-нибудь не будет дома,
дверь не откроют, мы будем связываться с этим человеком по телефону, устанавливать его местонахождение и уже в соответствии с этим принимать или не принимать какие-то меры. 10 адресов и ни одного нарушителя. Такая тенденция, признаются специалисты, не может не радовать. В борьбе с коронавирусом не должно быть компромисса. На кону здоровье. Хоть и эпидситуация в стране и улучшается, уже в марте на фоне сезонного роста ОРИ может увеличиться заболеваемость COVID-19. От третьей и даже четвертой волны, отмечают медики, мир пока не застрахован. Мария Бересневич, Андрей Богдан. Итоги недели. Сильной половине человечества посвящается. На главной сцене города прошел праздничный концерт. Так Бобруйск начал отмечать самый мужественный праздник в году – День защитников Отечества и Вооруженных сил Беларуси. Лучшие хиты во Дворце искусств исполнили творческие коллективы. В зале руководство города, а также военнослужащие, их родные и близкие – лучшим почетные грамоты и слова благодарности. Этот праздник является всенародным. Он важен и дорог не только для военнослужащих, но и для каждого человека, который гордится своей родиной, и готов защищать ее интересы. Беларусь всегда будет верна памяти Великой Победы. Наш святой долг – сохранить ее для будущих поколений, сберечь проверенное в суровых боях единство народа. Возложение венков и цветов к мемориалу воинам-освободителям, напомним, пройдет на Минской 23 числа в 10:30, а уже в 11 часов состоится торжественное прохождение воинов Бобруйского гарнизона на площади Победы. Отдать дань памяти и солдатам, погибшим на полях боя в годы Великой Отечественной войны. Дело чести. В продолжении темы. На неделе страна отметила День памяти воинов-интернационалистов. Война в Афганистане затронула тысячи семей. 771 белорус погиб на полях сражения, среди них 23 бобруйчанина. День памяти навеки скорбная, но в то же время героическая и торжественная дата. Были события еще в 1978 году. Напряженная обстановка во Вьетнаме была. Я написал рапорт ехать во Вьетнам. Во Вьетнам я не попал. Но как только начались события в Афганистане, сразу в декабре месяце мне предложили, я согласился. 23 февраля 1980 года мы пересекли границу. Следующие полгода лейтенант Марченко проведет в Баграме. Молодой офицер командовал взводом артиллерийской разведки. Бригада входила в состав легендарной 40-й армии. Личному составу не раз приходилось вступать в бой с духами, но в памяти навсегда остался первый обстрел. Была дана команда водителям и механикам свои места не покидать. Вот. Пришлось рассматривать противника в бинокль. Бинокля под рукой не было. И я дал команду водителю, говорю, дай мне бинокль, посмотрел на пальцы, а пальцы дрожат. Вот, поэтому говорят о том, что не страшно, это неправда. Всегда присутствует прилив адреналина большой очень. Но когда уже начинается ведение огня, все это уходит на второй план. Главной для себя наградой считает сохраненные жизни солдат. Взвод в полном составе вышел из Афганистана, не погиб ни один человек. После была служба на Кубе, в Туркестанском военном округе, белорусском. В 1993-м был уволен из вооруженных сил. Теперь свой опыт передает подрастающему поколению на уроках до призывной подготовки в 17-й школе. Только ей не ограничивается. Накануне праздника Валерий Марченко пообщался с учениками школы номер 4. Ответил на вопросы ребят, рассказал свою историю. Такие встречи уже хорошая традиция. Много стало детей заинтересованных, и они хотят в дальнейшем подходили ко мне и говорили о том, чтобы еще организовать такую встречу, чтобы можно было более в такой атмосфере поговорить и спросить, и задать вопросы. Ребятам очень интересно. На вопрос, что для вас значит та война, отвечает: это школа жизни, которую невозможно забыть. На глаза наворачиваются слезы. Я всегда задаюсь одним и тем же вопросом, задаю этот вопрос ученикам. Неужели нужно насмотреться столько смертей, столько несчастья, чтобы понять, что жить в свободной, спокойной стране лучше. В той войне участвовали более полумиллиона советских солдат. 771 белорус погиб на полях боя. Среди них 23 бобруйчанина. Слово «афганец» в нашей стране приобрело особый смысл. Бобруйск помнит и всегда будет помнить своих героев. По традиции цветы к памятнику воинам-интернационалистам 15 февраля несут десятки людей. От руководства города до общественных объединений.
для всех жителей города Бобруйска праздник, посвященный выводу войск из Афганистана, это дань памяти и уважения именно тем людям, которые вернулись, и те, которые оставили свои жизни в Афганистане. Сегодня в городе проживает порядка 800 воинов-интернационалистов. Которые, даже не рискуя, отдавая свою жизнь, закрывали грудью командиров, подрывались, взрывали душманов. Ну, это день скорби, если так по большому счету. Вывод советских войск из Афганистана начался в мае 1988-го. Военную операцию до сих пор называют одной из крупнейших после Второй мировой войны. 15 февраля 1989 года последний солдат покинул афганскую землю. Интернациональный долг, как говорили тогда, выполнен. Родина гордится вами. Родина благодарит вас. Родина рассчитывает на вас. До свидания, Афган, этот призрачный мир. Не пристало добром вспоминать тебя вроде, только что-то грустит боевой командир. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, вам видней, чем наша боль и наша слава. Максим Кемель, Андрей Богдан. Итоги недели. На этот раз не спортивная, а государственная награда. Орден матери нашел очередную героиню. Ей стала Валентина Казимирович. Тренер по легкой атлетике из Бобруйска воспитывает пятерых. Место чествования, родная школа, выбрана не случайно. Цветы как приятный бонус, а эмоции как неотъемлемая часть любого торжества. Для меня это огромная честь получить такую высокую награду. Я благодарна всем. Спасибо вам большое, что президент так ценит многодетных матерей. К слову, дети Валентины Казимирович все свободное время тоже уделяют спорту. Двое старших отдали предпочтение борьбе, младшие пошли по стопам мамы. Покоряют вершины легкой атлетики. Зверь с востока, беспорядки в Каталонии и экзотическое зрелище. Впервые за много лет замерзло Балтийское море. Что оно собой представляет? Далее обзор громких заголовков мировых новостей. Вооруженная группа людей напала на государственный колледж в городе Кагара на западе Нигерии. Боевики взяли в заложники сотни студентов и преподавателей. В результате нападения один учащийся убит, еще несколько получили ранения. По словам местных чиновников, боевики были одеты в студенческую форму. Они ворвались в общежитие в 2 часа ночи. Точное количество похищенных пока неизвестно. Президент Нигерии распорядился начать операцию по спасению похищенных. В Каталонии начались беспорядки после задержания рэпера. Около 30 человек пострадали. Манифестанты сооружали баррикады, жгли мотоциклы и мусорные контейнеры. Полиция ответила пулями и задержаниями. Около 20 человек арестованы. Беспорядки там начались после задержания местного рэпера, которого приговорили к тюремному заключению. В песнях он, по мнению следствия, прославлял терроризм и оскорблял королевскую семью. Запасы газа в Европе из-за морозов истощены уже более чем на 60%. Холодный фронт, который получил название «Зверь с Востока-2», продолжает опустошать подземные хранилища. На главном газовом рынке Европы в Германии запасы сократились почти до 35%, в Чехии – до 41%. Особенно растратилась Франция. Там запасов газа осталось всего 30%. Умер народный артист Андрей Мягков. Актер театра и кино скончался на 82-м году жизни. Большая популярность пришла к актеру в 1975-м после выхода фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром». Мягков запомнился зрителям и ролью Новосельцева в комедии «Служебный роман». Кроме того, актер сыграл в таких знаменитых фильмах, как «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных» и «Жестокий романс». Балтийское море впервые за много лет замерзло. Свидетелями экзотического зрелища стали жители населенных пунктов на северо-западе Польши. Береговая линия с песчаным пляжем напоминает арктический пейзаж. Для региона с мягким климатом это явление редкое. Чаще они встречаются в скандинавских странах. Непривычные зимние картины привлекают множество местных жителей и туристов. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты «Бобруйск-360» и я, Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся.